что? Что говорит? Говорит, на втором этаже вашему вниманию представлены товары для дома. И для мелкого ремонта, плюс кастрюли, плюс всякого будень. Ну и чуть-чуть вещей, конечно. Это Сережа сейчас перевел турчанку. Ой, я прям... Можно я тут посижу? Иди поснимай ты. Почему я всегда? Ой, здесь всего. Все. Говорит, мы быстренько, говорит. Давай, смотрите. Вот, начинает что-то углает и врет. Здесь постельное белье, кстати, классно. Ну, постельное белье здесь и тач есть, и разных фирм. И тач, и тут все. Вот, все смотрите. Значит, 400 кристалл. Это тоже тачевская. Ну-ка, сколько? 400. Не очень. 400. Ну, все равно нормальное. Одно слово только тач. Оздилек. Оздилек есть. Ух, какое. Ярко. Смотрите, какое яркое. 400, мне кажется, нужно. Оздилек нет. Хорошая фирма. Да. Здесь просто комплект. Смотрите, сколько здесь пледов. Обратите внимание. На матрасники, подушки разделековские. Подушки 400 примерно. А, нет, это одеяло 400. Это одеяло 400 разделековское. 79, вернее, чего? 79. Да. Подушки, полотенца. По 30, по 24, по 34. Так цены нормальные. Но они 59. Везде тухлячок. Пошли дальше. Там сумки. Вещи, да, это застряться не будем. Я вам просто вот покажу, что здесь всего полно. Вот 300, 100, 200 лир. То есть разные цены. Неплохие рюкзачки вот такие. Мне они нравятся. Резиновая обувь. Такая обувь. Все сводят со всех магазинов уже, наверное, совсем. Такие нормальные. Не, ну что тут? Не совсем все плохо. Те сколько стоит? 245 лир. Смотрите, цены какие. Да, тут все продается. Это а-ля поло. Почему а-ля, да? Это поло. Да ладно, это подделка, вы что? Как они могут подделать здесь у себя, здесь свое? Просто это может быть немножко... Смотрите, какая красивая модель. Так и сколько вот примерно такая Боже, модель стоит? Кроссовок, чё, я поняла, цену назови. Вот цена 400 лир. 400 лир. Ну, пола. Точно не пола. За 400 лир. Хотя, да. Может, ему лет 6. Да. Первая модель пола, тренировка. Нормальная. Нормальная обувь. По идее, вот это дорога Соломон. Соломон. 189 лир, это точно не Соломон. Да. Но они есть. О, до 200 лир можно взять кроссовки, пожалуйста, смотрите. Mm-hmm. А вот, это тоже поло, да, под поло сделанное. Написано УСПА. Знаешь, значит, стоимость у них 289 лир. Не, я не верю, не верю. Ничего не может быть даром, ну вот, ну не бывает в этой жизни чудес. Так, короче, купил точно. А, пошли чемоданы посмотрим. Все ж, может быть, здесь как-то дешевле будут варианты. Давайте. 8, а, да, да нет. 800. 900. 800. Смотрите, какие они красивые, конечно, шикарные. Силиконовые, пластиковые. Но цены вот. 779. 779. 1300. Сейчас, Лизочка, секунду, зайка. Что? Силикон. Ну да, силикон, который гнется. И никогда не ломается. 900. 900. 760. Да. Нет, почему? 700. Самый дорогой 700 стоит. На рынке 1200, 780, 1149. Да, чемоданы, конечно, шикарные. 900, ну, все, вот, пожалуйста. Нету дешевых чемоданов. Мы уже где только не были, в каких только магазинах не смотрели. Так. Теперь посуда. Показываем, что есть. Без мелочи, без подробностей. Да, так, пожалуйста, да? Это невозможно просто. Наборы стаканов, посуда, посмотрите. 300 лир вот такой набор чашечек. Просто на меня направь, короче. Наборы ниток для дома. С иголочками, со всеми фигнями. То есть здесь есть мелочи, которые вам придется искать. В этом большом магазине можно найти.
в одном месте все. Я просто на кочке очень сильно обиделся, то есть нашел этот магазин, и здесь я находил больше вариантов. Посмотрите, сколько стаканов для чая. Посмотрите. Цены 30 лир за набор, 40. Просто стаканы. Вот мы идем просто вдоль этого ряда. Это все стаканы. 40, 30. Да, я же показываю вот наборы. Вот набор из дым. Ладно, что стаканы? Тоже не сказать. Я же все уже показала. Ну давай вернемся. Вот 44 лиры. 49. 34. Я же показывала. По 3, по 6. Вот. Вот то, что да. Ты показываешь, что это по сколько? По сколько? Это по 6. Да. Эти по 6. Да. А сюда чуть-чуть. Вот, 3. 59 лир. Да, 3 и пошло дальше. Так же все по 3 будет. Это все красиво и интересно. Это типа люминарков, ну что это? Ну, типа люминарков, да. Это их фирма турецкая. Не хуже. Это, по-моему, не Турция, это нет, нет. Это нет. Нет, вот их фирма, вот это, как прочти. Паша Бахче, вот эта фирма турецкая. Очень такая известная, вы тоже ее знаете, она у нас тоже есть. Тарелочки, керамика. Для запекания, то есть для всего, видите, очень много всего. Тихо. Шаманские бубны продаются, да. Керамические. Нам таких дарили, помнишь, каймак покупали, да. Дарили. Угу. Так, идем дальше. Кастрюли. Тут стекляшка. Да. Сковородки, кастрюли здесь недорогие были. Да. Недорогие. Посмотрите, сколько чайников. Вот это вот, все это чайники. Это все терочки, ситечки и так далее. Не будем заостряться. Вот в сале позори, у нас 1,5 часа получилось. Я не хочу такой большой. Смотрите, чайнички. Все, 199 вот. Ну, это, правда, на газе, это не электрический. 200 лир. Очень много всего для дома. Корзиночки такие милые для хлеба. Все для дома. Если вот переехали, ищите что-то не очень дорогое, пожалуйста. Приходите в этот магазин, да. Подставочки, солонки, пересолонки. Это все, да. Макарончики, перемакарончики, всякая история. Я тут мне нравился. Магазин в том плане, ну, меня по-своему, я сейчас дальше дойдем. Шикарные. 254 лиры. Сколько их там, я не знаю, сколько, 2 или 3. Такие, знаешь, угу. Удобные. Да. Сковородок много. От 80 лир. 80, 120, 130. Это длинная. Да. 190. Воки маленькие. Воки большие. Вот смотрите, вот здоровые. Грили, пожалуйста, это любые, пятак. Да. Как хотите. Много всего. Цены вполне приемлемые. Ну, нормальные. Турочки. Сколько турки стоят? 99 лир. Ну, это не такая, как у меня. Нет. Да. Не сравниваем, ребята. Здесь тоже всякой пластик, и для ванны всего. Даже заходить не будем. Время тратить. О, спиночесалка. Двухсторонняя. Спиночесалка, да. Здесь массажер. И массажер. Давай дальше пошли. Так. Тут просто свой всякий приблуд. Не пихай меня. Мужской отдел. Все для, ну, такой недорогой пластик, короче. Угу. Санузлов. Щетки, перещетки, для стекол. Кофелечки, всякие кобелечки. Ёршики, переёршики. Это для женщин ёршики или для мужчин исключительно? А что вы считаете? Да, ты так утвердил, что это для мужчин, да. Знаешь, я такая. Это как называется? Щетка или ёршик? Это щеточка. Хорошо. Это для женщин. Совочки. Для женщин, да. Для стола. Мыть окна. Да, да, мыть окна очень здорово. Отличные такие скребки, вот они, видите, разных размеров. И для пола, и для окон. Это уже для пола. Да. Это половые. Да, очень удобно. Балкон убирать. Где-то показывали вам. Ставили, вода ушла. Угу. Все, четко. Дальше. Вот, ну, всего ёршики, да. А, вот эти уже с правой стороны пошли. Для Кофе, ремонта. Для веревки с кронштейнами на балкон. Кто хочет белье сушить по-турецки. Вон, специально на алюминиевые перила, которые на всех балконах, они специально крепятся, и у вас получается своя сушилочка. То есть не надо в квартире сушиться. Да. Шпателя, мастерки. Забыли.
Это максимально, что вы здесь найдете. Да, пробовали. Причем 20 лир не стоит, получается. Там 30 лир. Это самые широкие. Это вот такие. Напильники, молотки, это карнизы недорогие. Тройные, двойные, смотрите. Все остальные. Пластик здесь хороший. Вот этот пластик хороший. Да. Повороты, углы, все остальное. Краны турецкие хорошие, качественные. По весу цены нормальные краны, то есть не с алюминием. 420, 600, 400, 500. Вот такие цены вот на смесители. Лампочки. Я здесь находил краники, которые я не мог найти нигде. Понятно, да. Здесь лампы разные, пожалуйста, тоже. Лампы там ценник, ну не знаю, 26 большие, 19, 29, 19, 14. Да, я мальчикам скажу. Если вы привыкли к тому, что у нас в любом магазине можно найти папу-маму, ну, мы понимаем, да, о чем мы говорим, то есть о сантехнических изделиях, то в Турции в основном только мамы. Папу очень трудно найти. Мама-мама? Понятно. Все, идем дальше. На каждом мы не сможем. Вот этих нет, не бывает таких, чтобы сделать переходник. Нутрянка-наружка. Розетки, средняя стоимость. Картриджи на кран. Сейчас. Если подтекает кран с картриджами, не спешите просто менять кран. Можно купить картридж. Напишите вот Сереже. Такой, вот такой, куча прокладок, аэраторы, дешевые. Вот это то, что необходимо для того, чтобы вода хорошо рассеивалась. Розеточки покажи. Тоже нормальная. Наружка двойная, наружка одинарная. Я брал хорошего качества, нормальный. Тут же все полностью. Турецкие розетки, даже у нас в Украине вот эта фирма полно. Да. Вот это Вико, потом еще разные. Мы себе ставили в квартиру и были очень довольны. Гибкие подводки, все, что связано с ними, все здесь. Удлинители. Ручки. Ручки поменять на душе, на леечку. Это невозможно уже. Удлинители любого размера, со шнурами, без шнуров. То есть, куча всякого. Средний ценник. Вот. Даже есть стартера, блин, это вообще. Это у нас светильник дневного света. Сейчас душ Мерседес. Где? БМВ нету? Вот душ. С гранулами. Да, я думаю, он еще и с подсветкой с какой-то. А? Это как фильтр? Пошли дальше, Сереж. Краски, валики, растворители, все, что связано к покраске, к ремонту, декору квартиры. Сначала мешки, паруса, то есть, чтобы мебель накрывать, а потом пачка, короче. Ну вот, все здесь. Угу. Угу. Мостички, управляемая лампочка. Можно купить лампочку, которую можно включать с пультика, меняя краски и все остальное. То есть, не с выключателя, а с пультика. То есть можно делать детские мостички, всякие там мультики, дискотеки. Ой, я бы себе такую. А выросла уже, хватит. Еще не выросла. Так, здесь всякие смазыватели, краски, баллончики, эмали, кисточки и все остальное. Такое количество эмали, поищите. Вот это все. Пистолеты, клеящие пистолеты, да? Да, это клей. Кстати, вот нам надо смотреть. Припои, Сереж. Паяльники, припои, паяльники, канифоль и олово. То есть, ну, надо здесь. Сереж, нам вот такое надо? Нет, не термо. А смотри, вот горелочка газовая. Горелочка тоже. Да. Это вот, мы едем в путешествие. Вот баллончик, горелочка есть маленькая. Вот он, маленький вообще. Угу. Крохотулька. Да, да, чайпад. Да. 244 лиры стоит. Да, это уже к ним почти прибуду. Чайник такой? Или вот такой чайник? А, понятно, на горелочку. Я поняла, ладно, пойдем. Редукторы точно так же. Да. 100 лир стоит редуктор. Это только те, кто не знают, чтобы не грузили газовщики. Это редуктор на баллон. Стандартный, турецкий. Угу. Это надо шланг. Обычно за эти вещи просят лир 280. Шланга, кусок и редуктор. Где, газовщики? Да. Угу. Домкраты. Мышеловки. Или что? Оля. Ну да, это мышеловка. Надо же. Пойдем отсюда быстро, бежим. Ничего себе захлопнулось. Не надо, вы... А, кстати, антивандалки. Мощные. Такую уже, ребята, перекусить, ну, надо постараться, честно. Да. Есть еще. А стоит она сколько? 200 лир. Да, нет, ну,
это прям... 200 лет, да. Так, дальше идем. Антивандалочки две. Слушайте, надо посмотреть двухсторонний скотч. Ребята, давайте поищем. Поищем. Сережа на своего конька сел, все. Все, это его мир, это его рай, понимаете? Я хожу, мне скучно. Сережа счастлив, как любой мужчина, попавший в магазин всякой всячины. Нашли? Да. Сколько стоит, Сереж? Не знаю. 14 лир стоит. 14 лир. Дальше идем. Коляска на рынок, тюнинг. Тюнинг? Пятое нет, колесо приделать? 19 лир. Нет, можно ее просто сделать больше. А, куда уже больше? Ручки. Классная вещь. Дороги просто. Воротов. 800 лир стоит такой чемоданчик. Ну, да, ну здесь столика хорошая, это не Китай, говорим. Угу. Поблажаем. Еще больше. Кондиционеры. Автомобильные. Вентиляторы. Генератор. Пилы. Болтики, саморезики, всякая лабудень, коробочки для их хранения, ящики для инструментов, блин, перчатки для ремонта. И здесь ключи, вот резные диски, блин, то есть удлинители, вот отвертки, переотвертки, пассатижи, блин, веревки, нитки, блин, здесь все есть. То есть, ребята, сюда. Кому надо? Кому надо? Ролики для душевых кабинок, имейте в виду, клинит, подтирается, они здесь есть. Ролики для душевых кабинок. Это мелочи, которые приходится искать иногда, но надо. Так, все, я думаю, надо заканчивать здесь. Я не могу, дети кричат, музыка орет, я уже начинаю потихоньку затухать. Давай. Дайте просто так. Снимай. А куда тут вставлять сигарету? Я в дырочке. Вот сюда. А как я буду курить? Вот так я буду курить. Губами, блин. Я буду курить. Ой, Сережа. Сильно буду курить. Кто знает, для чего эта страшная машина. Она похожа на пылесос, только это муля. Ручной пылесос? Да. Собирать со стола крошки. Собирай это сюда. Ага. Ну, здорово. Садись. Нормально. Всего следующий лишь вопрос. Следующий. Еще раз. Наталья из Новосибирска. Вам отправляется 50 тысяч выигрыша. Друзья, локация этого магазина, кому интересно, будет в описании к ролику. Вот видите, вот там вот. Мечеть, там, где рынок. И вот по прямой идете, никуда не сворачиваете, собираетесь прямо в этот магазин. То есть это район Оба, недалеко от Кочташа и недалеко от рынка, от мечети с двумя минаретами. Ну, локацию смотрите. Очень легко найти его. Ой, друзья, все вам показали. Если интересно, приходите. Ой, сейчас вам покажу, как растет здесь инжир. Фотографировать тебя сейчас угостят 100%, веришь? А? Веришь, чтобы сейчас будешь фотографировать, тебя угостят? Ну, я снимаю, я не фотографирую. Ну, я не снимаю, я угостят 100%. Да. Смотрите, какой красивый мараба. Сладкий, растет здесь этот инжир на каждом шагу, в каждом дворе, на каждой улице, полно его. Очень сладкий, вот турки собирают как раз. Я тебе покажу вам.
очень много. Ну, какой красивый. Ханфенди, ханфенди. Ханфенди, тюркиши крам. Тешекередарим, тешекередарим. Угостили меня. Я так и знала. Все же так и говорила, что на, Лиска, держи, тебе будет. Шикарный белый инжир. Сумасшедший, дай воды. Так просто на улице. Вот такое приспособление, типа полбутылки. Бутылка там зауженный, вырезанный кончик, чтобы смотри, подрезал его, и все. Видите, раз и все. И там такие желтые вообще красивые. Блин, обалденно вообще, вообще, посмотрите, все. Шоколад. Все. Гостили инжирчиком нас. Все, надо ехать. Я думаю, стоим сейчас. Нас тут будут угощать. Все, поедем домой уже. Все, всем пока. До завтра. Астик ест жвачку. Забрал у Лизы, короче, жвачку. Астик. Астик. Жует, гляньте. Жует жвачку. Астик, что ты ешь? Ехать будем? Ехать. Жвачку жует. Ну, посмотрите. Кто? У кого еще собака жует жвачку? Пишите. Дай жвачку. Отдай. Отдай. Ляньте, ляньте. Ты что, проглотил? Блин, Астик.